Я рада приветствовать вас, дорогие братья и сестры, дорогие служители Церкви Спасения. И у нас сейчас такая часть семинара практическая. И мы поговорим с вами о том, как не потерять ни одного человека. Бывают разные нестандартные ситуации, как не потерять ни одного человека. И я хочу, чтобы мы могли посмотреть на два места из Библии. Первое – это Иоанна, 17 глава, 12 стих. Здесь Иисус Христос в своей священнической молитве молится к Отцу. «Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание». Здесь Иисус Христос говорит, что Он не потерял ни одного человека, которых дал Ему Отец. Он для этого трудился, Он с ними общался, Он им служил, Он их учил, и в результате Он не потерял ни одного из них. И второе место из Библии – это 1 Царств, 16 глава, 7 стих. Здесь Бог говорит: «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце». Братья и сестры, это то, что тоже поможет нам сохранить людей. Бог смотрит глубоко в сердце человека, не на его лицо, а на его сердце. И поэтому Господь, Он понимает человека, Он понимает, почему человек поступает этим или иным способом. И это поможет нам также, если мы будем глубоко смотреть в сердце человека, мы постараемся понять его, это позволит нам сохранить многих людей. Я скажу вам так, что наша церковь, она славится системностью, это наша сильная сторона. У нас есть система принятия в члены церкви, система воспитания лидеров, у нас есть церковная дисциплина, которая помогает нам вовремя сохранить человека, не дать ему отпасть. И знаете, это наша сильная сторона. Почему? Потому что мы не задаем одних и тех же вопросов, мы знаем, что нам нужно делать, и это очень хорошо, оно не строится на личности одного человека, сильного человека, но в то же самое время, если поставить упор вот только на систему, только на правила, то я хочу вам сказать, есть опасность, что правила можно посчитать выше, чем человек. Но, дорогие братья и сестры, человек выше правил. Правила очень нужны и важны, иначе без них мы не будем знать, что делать. Но человек выше правил. Поэтому будут в жизни такие моменты, я бы сказала так, исключения из правил. Я хочу сейчас привести несколько примеров из моего служения, когда вот были такие исключения из правил. Первый такой пример приведу вам. Когда-то был семинар допуск. Это было много лет назад. И вот представьте, я провожу семинар допуск, ко мне подходит одна девушка. Ну, я задаю ей стандартные вопросы, говорю: «Скажите, вы хотите принимать водное крещение?» Она говорит: «Я очень хочу принять водное крещение». Я говорю: «Скажите, а в какой вы домашней группе?» Она говорит: «Я ни разу еще не была в домашней группе». Я уже, знаете, так насторожилась. Я говорю: «Скажите, а как давно вы посещаете церковь?» Она говорит: «Я еще ни разу не была в церкви». Представьте мое состояние. Я ей говорю: «А как же вы собираетесь принять водное крещение?» Она говорит: «Я вас просто умоляю, разрешите мне это сделать. Я услышала, что есть такое. Я очень хочу порвать со своей старой жизнью. У меня сегодня произошло такое, я рассталась с парнем, с которым встречалась много лет. Я вела неправильный образ жизни, и я хочу сегодня порвать со всей прошлой жизнью. Я вам обещаю, я буду посещать все домашние группы, я буду посещать служения, я буду делать все, что вы скажете. Только разрешите мне сегодня принять водное крещение». Братья и сестры, я скажу вам так, чтобы сразу успокоить. Это было один-единственный раз в моей жизни. И я разрешила этому человеку, я внутри почувствовала, как Бог говорит мне, что я должна позволить ей сделать это. И знаете, я допустила ее к водному крещению, и скажу вам так, что эта сестра, уже прошло около 20 лет, она по сей день в церкви, она вышла замуж, ее муж служит Богу, вся ее семья сегодня в церкви. Я хочу сказать сразу, что это было раз в моей жизни, такое исключение из правил. Но я знаю, что если бы тогда я, может быть, поступила по-другому, не знаю, что было бы с этой сестрой, осталась ли бы она в церкви, или бы что-то по-другому сложилась ее жизнь. Братья и сестры, исключения из правил, они не бывают каждый раз.
Может быть, это будет один раз в твоей жизни, один раз в твоей жизни. Обычно мы делаем по правилам, но, возможно, один раз в твоей жизни появится такой человек. И чтобы никогда правила в таком случае не стали выше человека. Все, что касается того, что Дух Святой тебе скажет на тот момент, нужно прислушаться голосу Божьему, чтобы спасти этого человека. Это такое было реальное исключение из правил. Второе, я скажу, тоже такое исключение. Когда была эта диаконская школа в эту субботу, один брат задал вопрос. Подошел ко мне и говорит: скажите, а когда можно человеку предлагать быть диаконом? Сколько он уже должен на тот момент быть христианином? Я говорю: знаете, брат, это настолько индивидуально. Один человек уже прошло совсем немного времени, он созрел, а другой может годами быть в церкви, он не меняется. Я говорю, это очень индивидуально. И когда я говорила с этим братом, я вспомнила такой случай, как тоже много лет назад у нас в Буэрке пастор региона один, надо было поставить пастора района, а не было достойного кандидата. И вот он молился и спрашивал: Боже, кто займет место пастора района, чтобы он был хорошим пастырем. И он сильно молился Господу. И Бог показал ему сестру, которая 2 месяца назад всего лишь приняла водное крещение, она еще даже диаконом не была. И тут он говорит: я чувствую, как внутри Бог говорит, что вот именно эту сестру можно поставить пастырем района. И он говорит: я с таким трепетом, потому что это было, ну, не то, как мы обычно привыкли делать. Я ей предложила, она стала пастырем района. Я хочу вам сказать, она была хорошим, очень пастырем района. Потом она стала пастырем региона в Буэрке, сегодня она пастырь по местной церкви. И все эти годы, тоже около 20 лет, она служит верно Богу. Братья и сестры, обычно у нас есть система воспитания лидеров. Да, он должен быть сначала помощником диакона, потом диаконом, потом хорошим диаконом, потом пастырем района. Но будут такие моменты, они будут редко. Возможно, это будет один раз в жизни, но будет такое исключение из правил, когда Бог даст откровение поступить именно вопреки правилам. Пусть Бог даст нам мудрости и водительство Духа Святого, чтобы мы могли понять, есть исключение из правил. Человек выше правил. И еще хочу сейчас привести несколько примеров о таких нестандартных ситуациях, которые тоже могут случиться у нас в жизни. Первое, я скажу вам так. У меня есть один брат в поместной церкви. Он вот от начала поместной церкви несет служение. Он не несет пастырское служение, но он несет служение поместной церкви. Я помню, как несколько лет назад мы были в лагере, и вот один из пастырей поместной, он столкнулся, несколько раз пересекся с этим братом, он подходит ко мне, зная, что он из моей поместной, говорит: Таня, скажи, как ты его терпишь? Он говорит: я не выдерживаю, у меня нервы его не выдерживают. Я, говорит, уже несколько раз порывался отправить его из лагеря домой. Как ты его терпишь? Я ему говорю: знаешь, что я тебе скажу? Ты не знаешь просто этого брата. Да, вот если его не знать лично, вот посмотреть, там пару раз с ним столкнешься, тебе хочется быть от него подальше. Но на самом деле, если ты узнаешь его поближе, он хороший. Он хороший муж, он хороший отец для своего ребенка. Я говорю, он вообще безотказный. Вот ты его попроси, он всегда придет и он сделает. И знаешь, я говорю, ты его просто не знаешь. И я скажу вам так, братья и сестры, было очень много у меня в жизненном пути служителя людей с идеальным характером. Но было так, что они вот сейчас есть, а завтра их уже нет. А вот этот брат, который абсолютно нестандартный, уже 13-й год нашей поместной церкви, а он есть, и он служит Богу. И я еще раз понимаю, смотря на этого брата, я понимаю, в церкви есть место даже самым нестандартным людям. В церкви есть для них место. И они могут служить Господу. Пусть они даже не такие, как все, и у них сложный характер, но у них есть место в церкви, и они могут служить Богу. Узнай его поближе, и ты поймешь, он нормальный человек, и твое сердце откроется, и ты его вместишь. Приведу вам еще один пример. Когда-то, я помню, люди захотели со мной встретиться, они переходили к нам из другой церкви. И вот они попросили меня о личной встрече. Это был муж и жена, это были люди уже в возрасте. И вот я помню, как я в малом зале с ними встречаюсь, они так смотрят на меня, и видно, что они настолько сильно переживают. Я говорю: скажите, а чего вы так сильно переживаете? Это прям явно было. Они говорят: знаете, мы хотим вам задать один вопрос. Скажите, вот у вас в жизни вы встречали много бунтарей? Я, знаете, я порылась в память, я говорю: вы знаете, вот, ну, может, пару человек бунтарей я в своей жизни встретила. И то, знаете, прошло время, и они пришли с поджатыми хвостами, прошло какое-то время, и они вернулись.
Я говорю, а в основном, говорю, в жизни сложных людей я встречала очень много. И таких взрывных людей я встречала очень много. Но когда я с ними садилась, и я с ними разговаривала, и я пыталась понять, почему они себя так ведут, когда я пыталась им объяснить, почему вот я так что-то хочу, и вот мы с ними говорили, и в результате выяснялось, что все нормально, мы друг с другом можем идти вместе по служительской тропе. И они говорят, вы знаете, вот мы хотим перейти к вам из другой церкви, а вот нас там вот считают бунтарями. Но мы не бунтари. Я думаю, знаете, я позвонила пастырю той церкви, с которой они собирались переходить. Они сказали, ну, если вы хотите, мы вас его и благословляем, хотите забирать, забирайте. И вот знаете, братья и сестры, эти люди стали членами нашей церкви. Я скажу вам, они не были бунтарями. Они не были простыми людьми, но они не были бунтарями. Они были членами церкви, пока они не переехали в другое место жить, они перешли от нас. И знаете, что еще раз я понимаю? Когда ты не говоришь с человеком, когда ты не выясняешь, почему человек так поступает, почему он так думает, можно разное о нем думать, можно от него отмахнуться. Но когда ты сел, поговорил с человеком, и ты постарался ему все объяснить, постарался понять его, картина меняется. Братья и сестры, есть такие люди, которые с одного раза все поняли, а другим людям нужно будет 100 раз объяснить. Но и тем, и другим есть место в церкви. Аминь, братья и сестры. И приведу вам последний пример, будем делать выводы. Это уже была ситуация недавно. Перед служением воскресным я иду от МДЦ и вижу один брат, служитель, пастор района, он только недавно стал пастором района, он беседует с одной овечкой. Вот перед входом в церковь. И вижу, они так поговорили. Она заплакала и побежала, значит, от церкви к воротам. Обычно же в церковь идут из ворот в церковь, да? А тут она бежит в противоположную сторону. Я подхожу к нему и говорю, скажи, что произошло? Он говорит, вы знаете, я ж только стал на служение. Я сразу скажу, это очень добросовестный брат. Он очень хороший служитель. Он только стал пастырем, и поэтому решил так узнать, что за у него овечки, так сказать, навести контакт. И он очень старается, чтобы все было правильно. Это действительно такой человек. И он говорит, я с ней поговорил, и что выяснилось? Значит, у них в четверг домашняя группа, и в четверг же у них испевка. И вот я ей сказал, так, дорогая сестра, выбирай, или домашняя группа, или испевка. Она говорит, ну я хочу быть и на домашней группе, и на спевке. Он говорит, давай мы тогда тебя переведем в другую домашнюю группу, которая собирается в другой день по пятницам. Она говорит, ну не переводите, я очень люблю именно эту домашнюю группу. Я с ней уже много лет, пожалуйста, я хочу быть в этой домашней группе. Он говорит, ну тогда тебе придется выбирать или спевка, или домашняя группа. И вот она заплакала и побежала из церкви. Я говорю, брат, скажи, а можно ли, чтобы мы нашли какой-то компромисс? Ну вот если стоит вопрос, или потерять человека, или все-таки найти какой-то общий знаменатель. А что, если мы ей разрешим в виде исключения, чтобы она была один четверг на спевке, один на домашке. Тем более на спевке она не с микрофоном поет, а в хоре. Один раз на спевке, один раз на домашке. Он тут же, он послушный человек. Он перезвонил ей и сказал, она счастливая, он счастливый, все счастливые. И я еще раз понимаю, братья и сестры, вот можно упереться и потерять человека, но можно найти какой-то компромисс, если стоит вопрос, или потерять человека, или сохранить. Не надо компромисс никогда, чтобы с грехом был, с грехом нет. Но если стоит вопрос выбора, оставить человека, сохранить человека, мы должны поговорить, решить и даже найти компромисс. Аминь, братья и сестры. Поэтому я хочу сделать сейчас выводы, и мы будем молиться. Первый вывод очень важный. Человек важнее правил. Мы должны это уяснить. Правила важны, они очень важны. Но человек выше правил. И будут в нашей жизни исключения из правил, чтобы спасти или сохранить человека. Может быть, это раз в жизни будет исключение, но пусть наше сердце будет готово прислушаться к голосу Духа Святого. Второй вывод. Индивидуальный подход к каждому. Индивидуальный подход к каждому человеку. Не все понимают одинаково. Один понимает сразу, а другой понимает на сотый раз. Но и тот, и другой человек, они важны для Господа. Если мы постараемся с ними поговорить и понять, мы их сохраним. И третье, братья и сестры, наша цель – не потерять ни одного человека. Наша цель – не потерять ни одного человека. Дорогие друзья, в нашей жизни будут и обычные люди, и нестандартные люди.
И тех, и других любит Господь. Будет множество нестандартных ситуаций. Но если мы будем вникать, если мы будем желать, у нас будет огромное желание не потерять ни одного человека. Братья и сестры, мы будем говорить, мы будем беседовать, будем вникать, потому что Бог любит и стандартных, и нестандартных. У Бога в сердце есть и одни, и другие. Давайте мы сейчас поднимемся. Давайте мы помолимся, дорогие друзья, чтобы Бог расширил наше сердце, чтобы туда вместились люди и с идеальным и ангельским характером. И пусть туда вместятся люди со сложным и трудным характером. Пусть Бог даст нам терпение говорить с людьми, если нужно 100 раз говорить, задаться целью, не потерять, бороться за душу каждого человека, не потерять ни одного человека. И тогда Бог даст все необходимое, и мудрости, и силы, и слов необходимых. Дорогие друзья, у Иисуса Христа в команде было место и Фоме неверующему, который все время сомневался. Там было место и апостолу Петру, который был взрывным характером. Там было место и сынам Громовым, Иоанну и Иакову, которые хотели спалить селение, которое не принимало. Они были в команде Иисуса Христа. Он имел для них терпение. Пусть Господь благословит и нас, чтобы мы не потеряли ни одного человека, боролись за каждую душу. Давайте мы сейчас об этом помолимся. Дорогой Господь Иисус Христос, мы благодарны, что Ты имеешь к нам не просто терпение, а долготерпение. Сколько раз мы ошибались, сколько раз мы делали не так, сколько раз мы проявляли свой сложный характер, но Ты любишь, терпишь и вновь доверяешь. Господь, Ты борешься за нас. Если мы идем не туда, Ты борешься за нас. Ты не отказываешься от нас. Дай и нам иметь такой характер. Дай нам ценить каждого человека, которого Ты нам дал, который встретится нам на пути. Дай нам расширить сердце и вместить этого человека, принять его, пусть он поселится и живет в нашем сердце. Дай нам эту любовь, дай нам это терпение, Господь. Мы просим Тебя, пусть эта черта характера проявляется в нас. Господь, помоги нам сохранить, помоги нам смотреть не на лицо человека, а на его сердце. Дай нам эти глаза веры, Господь. Мы просим Тебя об этом, а Тебя благодарим, Господь, и благословляем. Во имя Иисуса. Аминь. Да благословит вас Господь. Присаживайтесь.